Сильная руническая атака. Сокрушительная атака по площади замораживает тех врагов, которые оказались в радиусе взрыва. Ага. Вот, что написано. Руны, символы трех норм. Я вообще первый раз в нее играю. Судьбы. От них добра не жди. Так. Вторая буква. А, я понял, тут еще и на скорость. Ну-ка. Может быть, сын поможет. Ну ты люто начинать, конечно, со сложного уровня. Много умираешь? Что это? Сын. Давай, читай. Интересно. Пожалуй, стоит записать. Добавлена легенда. Найдена новая легендарная метка. Прими нашу жертву, о могучий всеотец, и избавь Мидгард от дикой охоты Хель. Один мудрейший из тех, чье дыхание дало жизнь Аску и Эмбри, от которых пошел наш народ, мы молим тебя о защите. Повели благородным валькириям истребить лишенных смерти. Да. Повели своим славным сыновьям Тору и Балдуру защитить нас. Повели драконам пожрать ледяную орду. Спаси наши души, дабы мы продолжили служить тебе. Едва ли Один получил это послание, а может, ему было все равно. Кто второй? Балдур или как его там? Двадцать семь раз прошел Bloodborne. Я, короче, начинал играть Bloodborne и... Ну, его когда бесплатно в этом, по подписке PlayStation раздавали. Что-то мне она не зашла. Видимо, ты хардкорщик. Где третья буква? Я слышу впереди твою добычу. Нет. Я знал, что кабан. Значит, нам точно не сюда сначала. Так, ну чисто логически, если... Ага. Где третья? Там два колокола. А третий-то колокол я не вижу. Ну или где третья буква? Так, я смотрю на сундук. Ага, все, увидел. Спасибо. А, тут надо в правильном порядке. Я думал на скорость. Или не на скорость.
Угу. Все-таки на скорость. Сука. Беги, беги. Дай ядрен батон. Если бы я еще часто на плойке с джойстиком играл, то я бы, наверное, целился получше. Так, уже есть два яблока. Вот теперь собираем оставшийся лут и валим дальше. Ну, все уже. И почему они думают об охоте, когда в округе такая дичь вообще творится? Видимо, обычных наших человеческих зверей мы не встретим. Теперь не спеши. Натягивай до груди. У кабана толстая шкура. Ну, я же попал, да? Я попал, но стрела отскочила. Может, он волшебный? Сам как думаешь? На вид это очень странный кабан. Так догоняй. А до этого оленя его не смутил? Будь готов. Снова люди? Что-то другое. Один без конца следит за нами. О. Эти странные дохлые твари. Да, по-тихому зайти в деревню не получилось. Так, тут вроде не зайти. Тут и драугры есть. Они что, сражались? Ну, как бы это же духи войны. Еще одна колесо. Хорош. Давай, погнали твоего пацана. Еще один! Здравствуйте. Быстро ушел. Он пролез тут внизу. Сам. Локоть вверх, не дрожать, спокойно. Не спеша и точно в цель. Попало на меня, главное, смотрит. Веди давай его. Нож уронил. Мамкин нож. Мальчик! Сразу туман. Оу. Не понял. Да? Я нашел! Погодь, погодь. Надеюсь, тут сундук. Атрей!
не сюда. Твоя папка, кроме тебя, еще и о луте постоянно думает. О деньгах, о сундуках. Амазонка? Держи, говорю, он теряет кровь. Он последний в этом мире. Нет. А вы давай стрелять. Добывали еду? Тренировались. Тренировались они. Мне очень, очень жаль. Прижимай сильнее. Это моя вина, надо было строже следить. Он умрет? Нет, я ему не позволю. Так, ваша стрела перебила артерию. Найди оба конца и крепко зажми. Сперва слева. Зажми и держи. У нее друг свинья. Теперь справа. У нее явно проблемы. Да. Теперь соедини их и держи ровнее. Да ты ведьма. Здесь я его не исцелю. Мой дом вон там, за деревьями. Ты его понесешь. Звучало как оскорбление. Он не должен погибнуть. Хорошо, сейчас он спокоен. Ему лучше. Грейса. Сюда. Мы из какого-то дичайшего леса попали в какой-то прям, ну, рай. И птички поют. Этот лук и теплее. Для тебя великоват. Мне мама сделала. Сказала, она вырастет. Ты ведь не из этих лесов. Мама по тебе, наверное, скучает. Она умерла. Несем ее пепел на самую высокую гору. Пепел? Такова ее воля. Сын. Я соболезную вашей потере. И у меня почему-то зависла вебка. Ты живешь на дереве? Не на нем. Пока выключим, значит. Хэмилей! Гляди! Ни хрена себе. Черепаха. Он мирный? Мальчик. Не бойся, ему ничто не грозит. Это не просто черепаха, это еще и дом. Она хорошая. Я снова держи появился. Крепко. Ты одна живешь? Мне так удобней. Мой отец тоже не любит людей. Сын. Ну, правда же. Не позволяй ему так метаться. Хорошо. Тише. Отдохни. Мне нужны еще две вещи. Краснокорень растет прямо за домом. Принесешь пучок? Что еще? Я вижу, что ты бог. Не из этого мира, но ясно сразу. А он не знает? Не знает, кто ты
И кто он сам? Это не твое дело. Здешние боги чужаков совсем не жалуют, уж поверь. Я знаю, когда тебя найдут, а они найдут, ты не обрадуешься. И он станет спрашивать. С этим я сам разберусь. Все равно защитить его от правды ты не сможешь. Но ты прав. Это не мое дело. Еще нужен сердечник. Принесешь? Такой белый цветок в саду. Горсточку. Ладно. Ну вот его сын. Сердечник. Получается полубог. Почему бы ему не признаться? Особенно в связи со всеми обстоятельствами. На той стороне, по-моему, уже опять говно местное творится. Ты как, пацан? Она мне нравится. Живет под брюхом черепахи. Ты слишком много болтаешь. Мы не знаем, можно ли ей доверять. Она не нападала. Пока. Белые цветочки, горочку в саду. В саду ни хрена не растет. А, это рыба. Плавать пиратов не хочет. Не в этой части. Они? Это что? Кто тут золотой краской балуется во всей игре? Сердечник, хорошо. А краснокорень принес? Его ищет мальчик. Ему нужна помощь. Прошу тебя. Без обеих трав мазь не получится. Она знает, что я бог. Где пацан? А вот. Но, тем не менее, посылает меня туда-то сюда. Пригодится. Я выронил? Когда гнался за кабаном. Но как же так? Я же не мог его... Ты его потерял. Я теперь буду внимателен. А эта свинья так и останется свиньей или преобразится в человека после исцеления? Да, то, что нужно. Он будет жить? Да. Тогда мы уходим. Стой. А благодарность? Так вот, тут все... Ты же скрываешься. Всю игру золотой краской испачкал. Этот знак спрячет от... тех, кто хочет вам навредить. Ты скрываешься? Люина. А затем на свет солнца. Мы еще увидимся? А это уж как сам пожелаешь. Теперь уходить. Идем.
Она появится по первому его желанию. Что-то мне подсказывает, что и пещерка это совершенно небезопасна. Новые друзья. Вы получили компас ведьмы. Компас отображается вверху экрана и указывает на вашу следующую цель. Пройдите к лодке, следуя указаниям компаса. Давай, погнали. Я вижу лодку! Все, все, ведьму поломаем нахрен. Отдай, ко мне. Ко мне. О, о, еще один сундук. А, я его утопил и все? Твой папа много каши ел на завтрак. Физкультурка там. Не курю. Не касайся воды. Почему? А ты знаешь, что там под водой? Нет. Вода черная. Поэтому и не касайся ее. Не сработает так. Мне кажется, я поторопился туда спускаться. Что это? Ну-ка, пацан! Да, ну так стреляй, давай. Кошмары. Мама про них рассказывала. Не знал, что они существуют. Кошмары? Да. От них у людей кошмары. Или они сами кошмары. Я не помню. Жаль, у нее нельзя спросить. Талисман, средоточие жизни. Обычный предмет. Талисман, прилив здоровья. Я уже давненько себя не улучшал. Вернее, вообще. Так, наплечник обета смерти. А, ну. Так-то все, что было. Наковальни и Вальди. Есть что-нибудь на замену? Нет. Талисман. Вот, талисман средоточия жизни. Ну давай. Прицелитесь и держите R2, чтобы зарядить левиафан и вызвать взрыв холода при попадании в цель. Это, конечно, круто, но лучше быстро наносить удар, не получая урона, чтобы усилить все атаки товаром и получить возможность наносить урон от холода при каждом ударе. Во, вот это да. И тысячи, как не бывало. Выполняю уклонение, удерживайте так L1, чтобы нанести быстрый удар топором. Короче, все, и ни на что больше не хватает. Ладно, сойдет. Взмах стража. Спартанская ярость. Нажмите R1, чтобы нанести рывковый удар. Нажимайте снова, чтобы провести серию быстрых ударов. Так, бам-бам-бам-бам. А, ну, блин, отлично. Нажмите R2, чтобы подпрыгнуть на врагов особенно сильный удар. Да, лучше вот это вот. А, фу ты, блин, это уже все есть. Вон там. Не, по сюжету идти сейчас пока нельзя. Что это?
Хрень какая. Что это такое? Это лампа? Что-то не подсказываю, что все-таки больше делать нехуй, надо на плот идти. Ну, сын, поплыли. До горы доберемся быстро. А если в ту сторону? Мне просто не верится, что я тут. А, ладно. Все это происходит. Когда-то я думал, что не покину наших лесов, а то и собственные постели. Ты не виноват в том, что болен. Да, я знаю. Просто хочу сказать, что все это здорово. Мы видим гору. Ты не чуешь запах? Если это запах моря, море воняет. Я вот, например, чую запах асфальта. У меня уже во дворе который день его кладут. Смотри, вплоть до 10 вечера этот шум. И запах. Бог грома. Вообще мне нравится запах асфальта. Я думал, ты не слушал мамины рассказы про богов. Иногда слушал. Зритель, тебе нравится запах асфальта? Такого свежего, горячего. Похоже на Бальдра. Или ты нормальный? Он Ас, сын Одина и Фрид. А Один властвует. Точно. Почему ты спрашиваешь? У него на груди какие-то руны. Мне отсюда не разглядеть. А отсюда? Давай, читай, пацан. Написано: пожертвуй оружие сердцу воды. Пробуди колыбель мира. Что? Бросить наше оружие в воду? Как тебе такое предложение? Что, правда бросишь? Да он же возвращается по взмаху руки. Посейдон вернулся, что да? Это такое. Это мировой змей. Спасибо. Только не бойся. Змей вылез, и вода убыла. А, вот почему тут берега расширила. Короче, вебка, да? Походу, умерла. А вон гора, и это строение ведет от подножия горы к золотому храму.
Все это было под водой. Все, кроме статуи. Здорово, да? Там причал. Вон, рядом с флагом. Мы сначала причалим, да? Мы первые, кто пройдет здесь с незапамятных времен. Ты знаешь об этом змее? Он из великанов. Он так велик, что опоясывает весь мир и пытает себя за хвост. Это болтовня. Не знаю. По мне так он большой. Когда это все построили? Очень-очень давно. Лягушка такая. Это дорога к горе? Похоже на то. Да это же бородатый верзилы и мелкий прыщ. Сейчас я вас порадую. Брок? Как ты тут оказался? Ну как ты... Не твое дело, мелочь. Заходите, я тут вам припас кое-чего. И не вздумайте зариться на мою вермогу. Я первый нашел. Ну, ладно. Как думаешь, что ему нужно? Поиграть на нервах. Когда пойдет молва о моей новой лавке, ко мне наконец хлынет народ. Они будут локтями друг друга расталкивать, чтобы глянуть на товары. Увидите. Ты всегда так носишься? Жуть. Я не могу туда дойти. Лови! Вот куча камней. Этим ключом Игдрасиля можно открыть волшебную дверь между ветвями мирового древа. Срезать путь между мирами. Если видишь, где такую дверь, можно быстро до меня добраться. Работает в один конец. Только сюда и никуда больше. И что бы ни случилось, никогда, ни за что, никогда, ни за что, когда, если... Все нормально. Я пытался настроить вебку. Вроде она завелась опять. Продолжаем. Так. Что он нам может предложить? Жизнь и рассудок тебе дороги. Не сходи. Лапки появились, талисман, рукоятки чары. Нет, этого нам точно не надо. О! Коготь, колчан. Улучшение брони позволяет усилить ее влияние на характеристики Кратоса, а также оснастить ее дополнительными гнездами для чар. Ну, я бы начал с Левиафана, но я с ним ничего не могу сделать. Колчан. Когти. 5000. Ускорение восстановления. Мне это не особо пока что нужно. Талисманы. Талисманы обладают уникальными эффектами, способными помочь вам в бою. Улучшив талисман в лавке, вы сможете повысить его эффективность и ускорить восстановление определенных способностей. Но я не могу этого тоже сейчас сделать. Броня для рук. Разбойничьи обмотки, но... Вроде эти лучше, да? Давайте создадим. Береги себя, змея. Поехали дальше. Броня для бедер. Соответственно. Начинаем все круче и круче выглядеть. Может, под конец игры оденемся? Что-то с Артуром не задалось, да? Не видит тебе Артрей. Вы можете изменять рукояти своего оружия. Разные рукояти не только улучшают характеристики, но и наделяют оружие уникальными особенностями. Улучшение рукояти позволяет усилить ее влияние на характеристики Кратоса.
Изогнутая рукоять восстановления. Высокий шанс получить благословение, восстановление при успешном точном броске. Высокий шанс получить... А, все, сила, восстановление, руны, сила. Блин, ну мне больше нравится, наверное, внешне вот это. Поставленное на эту. Удача. Высокий шанс получить дар силы при успешной удаче палача. Блин, вот. Хотя, наверное, все-таки вот это лучше поставить. Выбираем. Талисман решительной защиты. Создание непробиваемого барьера на несколько секунд при ухудшении здоровья Кратоса до критического уровня. Кратковременное повышение силы Кратоса до... Не, надо вот это. Защита нужна. Надо продать все артефакты. Вот это хорошая сделка. Да, неплохая. Чары. Чары, повышающие живучесть на 3. Восстановление на 3. Силу рун, удачу. Ну, я бы начал с живучести. А чары мы просто на себя наносим, да? Восстановление. Хитрость. Силу рун. Мы можем все вот сразу на себя поставить? Естественно, поставить все сразу нам игра не даст, я уверен. Типа купить ты можешь, а использовать нет. Ага. А, тьфу ты, чары. Это же улучшение, по сути. Рука это талисман. Так, я могу либо улучшить талисман, либо рукоять для топора сделать еще круче. Да, я начну с рукояти для топора. Определенно. Вроде даже еще на что-то деньги остались. На броню для бедер. Да, надо улучшить. Пока! Перед тебя не хватит по кусочку. Зачем нужна для броня для бедер, если он по сути голый все равно? Ну все. Ну что, удачной тебе резни. Да, неплохо, неплохо ты нас прокачал. Так, все есть, есть. Ну блин, что-то это тоже, ну такое. А если сравнить, удача выше зато. Хотя зачем нам удача? У нас так все неплохо получается. Что это? Точки мистических врат. Странствие. Все-таки открытый мир, походу, будет. И последний момент. Точнее жизни. Для применения нажмите. Ага. Интересно, интересно. Да, мы не можем. Нет, можем. Чайка. Хватит срать на мою... В эту чашу. Мне не кажется, срет, это ж чайка.
Кружок вроде показывает, что можно взаимодействовать. А вот. И что нам это дало? Ты просто попала под руку. О! А это что? Рог. Вот отверстие. Подаем в него? Не знаю, что случится. Обычно мы нажимаем все кнопки и дергаем за все рычаги. Только там, где результат предсказуем. Тут другое дело. Надо бы поработать над твоим чутьем. Че, дунем, сынок? Я знал! Мы дуем в рог! Нет, мы испытываем твою волю. Воля у меня есть, сколько хочешь. Если ты не подуешь, и я не буду. Ну, в смысле, я так и не буду дуть? Если ты не подуешь, и я не буду. Значит, не будем дуть. Пошли тогда. Будь готов! Боевые навыки Атрея. Атрея обрел уверенность в себе. Теперь он будет поддерживать Кратоса в бою, проводя физические атаки при подходящей возможности. Его способности можно улучшить на закладке навыки. Это очень... Слушай, ну это круто, то, что он развивается. Ну то есть... Типа из мальчика превращается в мужчину. Хорош. Ты его сделал. Если повезет, эта башня приведет нас скорее. Я готов. Ну ты же не, реально не думаешь, что нам прям очень сильно повезет. Читай. Эти руны я не знаю. Если у нас ключ к ним, я бы мог их расшифровать. Со мной? И... А. Так, появилась и карта. Скрытая область открыта. Я хочу ее сломать. Так, ну если это скрытая область, должен же быть какой-то ништяк. Зашибись. Кошмары! Ну-ка, иди сюда. Что, где? Давай-ка. Подожди! Не успел. Хотел посмотреть, что будет, если вручную его уничтожить. Ой, я типа Кратос, я не могу забрать оттуда, потому что, ну, торчат копья. Как же я заберу, просто просунув руку? Что это? Читай давай. Какой-то рисунок. Ага. Может, карта? О, может, это карта сокровищ? А третью-то не нашел? А, все, увидел. Ну тут-то легко, тут где-то вот отсюда, наверное, если тут стоять, то можно сразу во все попасть. Это мне хоть как-нибудь поможет.
Ах ты. Угу. Сейчас успею. Чем в прошлый раз. Все. Третье. Вы собрали 3 яблока Удун. Максимальное здоровье увеличено. Слушай, а нормально он так увеличивает. Почему ты не хочешь подобрать эту маску, Кратос? Пожалуйста. Это что-то ценное. Все за борт. Ну все, пошли дальше. Лодкой можно воспользоваться? Хотя нахрена она сейчас. Если камера еще раз записнет, напишите в комментариях, обязательно могу не заметить. Если я прочесть не могу. До сих пор? Ну что это за неуч-то такой? Так. Что? Еще и оттолкнулся. Там что-нибудь полезное. Швартуйся давай. Я еще хотел просто подобрать. Вот теперь мы пойдем проверять главную дверь по заданию. Они друг друга перетягивают. Что это? Деревень, отец! Прям по отраю. Ага, все, до сих пор. А, все. Ну, если что, можно и в рукопашную подраться спокойно. Насколько я понимаю, оружие тут будет только одно, и да, только Левиафан. Червеборец я. Давайте Тацельвурмов. Господи, кто такие названия это дает вообще?
Нет, стоп, стопай, стопай, стопай. Мир огня. И я с этим ничего не могу сделать. Ладно. В следующий раз. Даже так. Не то. Да я уж понял, сынок. Пошли дальше. Ну? Вообще без вариантов. Игра, не лагай так. Ты что, слишком близко? Прыгнул к этому яду. Угу, ну все, идем обратно. Атрей, ко мне. Ладно, я иду. Удивительно, что Кратос после вот всего первый же был еще такой относительно мягкий. Вся его жесткость, это еще и обназвал мягкостью. Сын, здесь еще один. Смотри, мировой змей. Он куда больше, чем я думал. О, смотри, он укусил Тора. Или укусит его. В смысле больше? Наверное. Мы его только что видели вживую. Это же охренеть какое здоровое говно. Ты все еще не научился читать, да? Я же говорил, нам нужен ключ. Ну а мы что, сейчас не ключ нашли? Тогда пошли дальше. Так. Лавка Брока. Регион берега Девяти. Как туда попасть? Может быть, через быстрое перемещение из лавки? Ну, там же прохода не было в этой пещере. Пацан дудеть не готов. Ну, вообще тут, конечно, много куда можно пойти, и поплыть можно. Ну, вот для этого явно чего-то не хватает. Для вот этого вот. Я думал, это место... это штука для быстрого перемещения. Я ошибся. Так, ну что ж. Дудеть мы еще не готовы до сих пор. Да, еще последний раз попробуем. Подуешь, и я не буду. Понятно.
Пацан еще не готов дуть.